День Надумской. Продолжаем работу в прямом эфире. Продолжаем говорить о годовщине трагедии в лагере «Виктория». Поговорим с волонтером Андреем Танцюром на студии. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте посмотрим сюжет, как это все было, и подробно обсудим. Почти год исполнился со дня страшной трагедии в детском лагере «Виктория». И вот на месте сгоревшего детского учреждения следователи вновь начали поиски фрагментов тел погибших детей. Год назад, 16 сентября, там сгорели трое девочек. Корпус детского лагеря «Виктория» загорелся около полуночи. В тот момент в деревянном корпусе спали 42 ребенка. Еще 17 сентября сотрудники лагеря были уверены, что все дети живы. И трех девочек искали неподалеку. А когда спасатели нашли на пепелище фрагменты тел, родители не верили, что это их дочь. Но эксперты подтвердили, что Снежана Арпентий, Настя Кулинич и София Мазур сгорели в одной комнате. В ГСЧС утверждают, что главной причиной пожара стала сигнализация. Система, установленная за 11 миллионов гривен, в нужный момент не сработала. Во время избрания меры пресечения в Киевском районном суде директор лагеря уверяет, он не мог выполнить предписание ГСЧС об устранении неисправности в пожарной сигнализации. Мы эти письма получили, перенаправляли на департамент образования городского совета, потому что мы не являемся организацией, которая имеет право сама заключать договора. Я все время слышал то, что домики еще не находятся на балансе у департамента образования, то бишь ни на Виктории, ни на департаменте образования. Территория лагеря под арестом уже год. Под подозрением оказались ряд лиц. Одна из них – воспитательница лагеря Наталья Янчи, которая отвечала за пожарную безопасность, получила 3 года условно. Также главными фигурантами стали бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цверенько и бывший директор лагеря Петрос Саркисян. На данный момент в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-начальника Киевского райотдела ГСЧС в Одесской области Леонида Бондаря и инспектора этого ведомства Валерия Дяченко, которых обвиняют в служебной халатности. Что касается Петроса Саркисяна, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшей смерть людей, то Киевский суд Одессы оставил бывшего директора под стражей еще на 60 суток до 13 октября. Ну вот мы с вами как раз до эфира говорили о том, что роль значимости этой трагедии, конечно же, и на плечах общественности, так как она практически в течение всего года об этом говорит. Общественность, средства массовой информации, ну, действительно, прошел год, и главных ответов так никто не услышал. Я не помню точно, но каким-то образом там оказались в эту тяжелую и страшную для нашего города ночь. Расскажите, как это было еще раз, и когда вы услышали сообщение о том, что там горит лагерь? Я просто так недалеко живу от лагеря, я не слышал сообщения, просто это где-то было в районе 11, я уже просто плохо помню время. Я просто обратил внимание, что детские голоса, крики, шум, как будто дискотека где-то в лагере рядом. А так как это уже позднее время, я знаю, что дискотеки, как правило, там до 10, до 11 проводятся. Меня это удивило, и я просто решил выйти посмотреть, что же происходит. Вышел, посмотрел наверх, а там громадный столб пламени. Я понял, что горит, и явно горит. Это Виктория. Ну, почему я так решил, не знаю. У меня никаких других мыслей не было. Я быстренько оделся, схватил с собой телефон и как можно быстрее бегом прибежал в Викторию. Когда я только туда зашел, сразу появилась мысль, что, да, что нужно снимать. Может быть, это кому-то пригодится. Я просто так издалека увидел, что пожар очень сильный, и поэтому я сразу у себя на Фейсбуке сделал стрим и в прямом эфире. Это пошло все в прямой эфир. Сейчас по прошествию года я понимаю, что я, конечно, там появился, наверное, очень вовремя, потому что благодаря тому, что я вошел в прямой эфир, ваши коллеги-журналисты об этом так оперативно узнали, и буквально там прошло каких-то минут 15-20 или сколько, а вот уже начали приезжать ваши коллеги с видеокамерами, и это получило настолько большой резонанс, потому что если бы не было никакого видео, если бы не было прямого эфира, то об этом бы не узнала вся Украина, а резонанс получился очень сильный, потому что я еще помню, что обратил внимание, что мой стрим уже где-то к часу ночи
был выложен на сайте Плюсов. Вот, и то есть это видели уже, видела вся страна. То есть еще пожар продолжался, а это уже было в новостях. Вот, и это позволило получить такой резонанс в стране. А на что вы, ну, что вас удивило, возможно, кроме того, что это просто поражает, на что вы обращали внимание, и вот с кем, если вы помните, вам удалось поговорить, и кто как себя вел. По прошествию года наверняка вы эту картину мысленно еще раз прокручивали в голове и давали какие-то ответы себе. К чему-то пришли лично вы, какие-то мысли? Я, когда зашел на территорию лагеря, были открыты ворота, заехала, как я понимаю, не так, незадолго передо мной первая пожарная машина. Я видел, что пожарные ну, что-то там делают, рукава раскручивают, что такое. И обратил внимание на то, что меня начали один или два раза остановили такие пьяные, выпившие молодые люди, явно в хорошем состоянии подпития, с вопросом, а кто вы такой, а что вы снимаете? Ну, такой был характерный говор. И я понял, что это местные, то есть это человек, который меня это спрашивает, это не такой же, как и я, человек, который зашел с улицы для того, чтобы узнать. Он явно жил или работал на территории лагеря, и меня удивило его состояние. Во-первых, низкий умственный уровень, так скажем, этого молодого человека, а во-вторых, его такое крайнее состояние опьянения. Которым. То есть я понял, что здесь, наверное, была неплохая пьянка перед этим, скорее всего. Вот. Потом, конечно, уже когда ко мне подошла женщина из, как я понял, из руководства лагеря, она уже, это уже адекватно общалась, спросила, кто я. А то есть сначала пытались не допускать туда вообще. Да, никого. Пытались не допускать, но это было как-то так сделано. Ну, он сам не понимал, наверное, что он делает, потому что достаточно пьяный был. Так, в принципе, когда я уже зашел, и ко мне подошла, вот, я не знаю имени этой женщины из руководства лагеря, то когда я представился, она ничего не говорила, снимайте и все. Единственное, что помню, сказала, что все дети выведены и как бы все эвакуированы, все хорошо. Вот. Потом постоянно, сколько я там находился, постоянно возникал вопрос, где эти девочки, потому что искали детей, и постоянно поднимался этот вопрос. И вот, ну, это руководство, да, так скажем, лагеря, или потом это уже ходило между людьми, кто-то искал, что вот они перелезли через ограду и избежали. Но уже где-то к 3 часам ночи я уже понимал, что если детей не нашли, то явно, скорее всего, к сожалению, они погибли. Вот, потому что, ну, далеко бы они там не убежали бы, и так или иначе в течение часа их бы нашли, да, и там такая местность, что все были так или иначе были бы рядом. Вот это я на это обратил внимание. Год прошел, и наверняка мы все вместе задаем вопросы, почему в течение года нет результатов 3 экспертиз, которые должны определить очень важные моменты, почему так медленно или немедленно двигается следствие. Вот. Знаем, что вам удавалось так или иначе говорить с представителями родительского комитета танцевального коллектива «Адель». Они говорят, что их не всегда с удовольствием ждут, и не везде они признаны потерпевшими. Ну, насколько я знаю, что в этой трагедии идет очень сильное сопротивление со стороны, ну, минимум, руководства сотрудников лагеря, для того, чтобы они, конечно, переживают, они не хотят нести ответственность, вот, и плюс та коррупция вездесущая, которая в нашей стране, к сожалению, существует, и из-за нее вот произошел эта трагедия только из-за коррупции на всех уровнях власти, начиная снизу, заканчивая доверху, это произошло. Вот. Благодаря из-за этой же коррупции
так тянется и расследование, потому что только внимание общественности, только такой сумасшедший резонанс, плюс неутомимое желание родителей добиться справедливости и то, что они делают, только благодаря этому, как я понимаю, это расследование еще движется, и в конечном итоге надеюсь, что все-таки придет какое-то финальное действие. Ну вот, его движение сейчас предполагается в сторону Киева. Родители хотят, чтобы за следствие взялись киевские следователи. Ну, наверное, они подозревают, что на местном уровне сделано все, чтобы следствие было необъективное, и при желании же можно на многие вещи, или, так скажем, на некоторые вещи закрыть глаза. Ну, вы даже, наверное, лучше меня отслеживаете, потому что через вас проходят все новости, что происходит, да, по экспертизам и всем остальному. Вы видите, как это все происходит. Как это происходит очень медленно, чуть ли не с под палки, и какие разные экспертизы, и как это все происходит. Конечно, есть ужасное сопротивление, ну, очень сильное сопротивление на местном уровне, и родители надеются, что если дела перейдут в Киев, это как-то быстрее все сдвинется. И будет найдена истина, что же произошло и кто виноват в этом. Сколько времени нужно для того, чтобы все-таки были результаты? Серьезные, убедительные доказательства? Или вот в таких делах, ну, скажем, в условиях нашей правовой системы, вряд ли что-то доказуемо? Ну, я не эксперт и не хочу пессимистически мыслить. Все-таки я надеюсь, что в этой страшной трагедии все-таки виновные понесут ответственность, потому что когда при такой трагедии, при таком общественном внимании никто не понесет ответственность, кто реально должен, не какие-то стрелочники, а кто реально виноват в том, что произошло, почему были построены такие коттеджи, почему их ввели в эксплуатацию или не ввели, почему там поселили детей, вот, то эта же безнаказанность будет плодить дальше трагедии. И каждый год, я очень бы не хотел, чтобы в Украине каждый год была какая-то своя новая виктория. Но они будут происходить только из-за безнаказанности. Так происходит. Ну, на самом деле, внимание действительно и общественности, и у журналистов пристальное к этому. Однако вот сегодня мы видели, там у стен мэрии приходили люди, представители родительского комитета в частности. Но, возможно, это не планировалось какой-то массовой акции, это просто вот как очередное напоминание о том, что все мы помним о том, что произошло год назад. Ну вот это просто вот опять же, такое то, что, напоминание. Да, то, вот все, что происходит, это происходит благодаря их неутомимому желанию добиться истины и добиться наказанию виновным. Я знаю, с каким они упорством продолжают заниматься этим всем. Я понимаю, насколько это тяжело, это затратно, это же надо все, многие вещи оплачивать. Ну, к сожалению, очень жалко, что родителям пришлось с этим столкнуться, но... А вот вы же помните, Андрей, как особенно там, в первые месяцы после трагедии активно заговорили о всех проверках, в школах должны установить современные пожарные системы безопасности, убрать и заменить материалы, которые возможны, ну, быстрое возгорание возможно и прочее, прочее. И до конца 2017 года должен был пройти осмотр всех школ и замен каких-то самых важных и опасных элементов. Вроде бы даже что-то и происходило в некоторых школах особенно активно, а вот, ну, конечно, весь охват, судя по всему, не удалось сделать. Я говорю о том, что это просто рефлексия, то есть это не получило свой постоянный характер, и вот только вот так отразилось. Вот несколько шагов сделали, и потом опять все стало на свои места. Я думаю, что, конечно, скорее всего, больше как рефлексия, потому что, к сожалению, в нашем менталитете все-таки присутствует такая штука, авось оно пронесет. И с одной стороны, с другой стороны, опять коррупция. Опять, потому что если будут правильные проверки, надо, чтобы кто-то был наказан. Почему? Это же должно быть сделано, должны быть находиться все эти противопожарные вещи. Многое не сделано, многое сделано наоборот. А кому хочется, чтобы их наказывали? Поэтому всячески на, в
каждое, ну, я не хочу говорить по конкретные места, но так или иначе, если было хоть подозрение на то, что есть нарушение, люди делали все для того, чтобы не понести наказание и чтобы не было проверок. А так как у нас коррупция есть, к сожалению, я могу сказать, в принципе, по большому счету, у нас в стране за последние 4 года больше наблюдается имитация борьбы с коррупцией, а не реальная борьба. Вот так оно и так и живем. Спасибо вам большое, Андрей Танцюра, волонтер. Прерываемся ненадолго и продолжим. Дождитесь.